По утверждениям наблюдателей, на избирательных участках в Студгородке и Юргу всегда большое количество голосующих. Среди них депутат Законодательного собрания Челябинской области, ректор Южноуральского государственного университета Александр Шестаков. Он рассказал, почему важно проявлять свою гражданскую позицию. Для того, чтобы страна развивалась и жила в таком позитивном направлении, нам нужна политическая стабильность. Поэтому вот от этих выборов я жду, чтобы эта политическая стабильность она у нас сохранилась. Для молодежи это важно, потому что это значительная часть нашего общества, которая наиболее динамичная, которая наиболее подвижна. И молодые люди – это будущее нашей страны, поэтому для них очень важно включиться сегодня в политическую жизнь, вот, в общественную жизнь, выражать свою гражданскую позицию, потому что через некоторое время именно от них будет зависеть судьба нашей страны. Я хочу, чтобы наша страна и развивалась успешно, и чтобы все семьи, которые так или иначе связаны с нашим университетом, были счастливы и успешны. Начальник факультета военного обучения ЮРГУ Николай Карпов также отметил значимость участия молодого поколения в политической жизни России. Прежде всего, выборы – это будущее для молодого поколения, поэтому участие их в выборах и выбора пути государства для них – это их будущее, их жизнь в дальнейшем. Мы видели всякое, мы видели и Советский Союз, мы видели и раздробленный Советский Союз, и видели новую Россию. И то, что сейчас происходит в государстве, это движение только вперед. Развитие государства зависит от каждого из нас, и участвуя в выборах, мы помогаем ему развиваться.